Всем привет! Забыл я вставить видео микроскопии в предыдущее видео по наращиванию препарата с использованием перекиси водорода. Значит, решил отдельно все это вставить, ну, снять, чтобы видео заново там не редактировать, ничего. Значит, это вот микроскопия препарата, который нарощен на мешалке. То есть видно большое количество бактерий, в том числе большое количество подвижных форм. Увеличение здесь на 1000. Смотреть лучше на большом экране, на компьютере, потому что ну, не видно иначе. Вот. Это значит микроскопия контроля. То есть того флакона, который я просто перебутыхивал 2 раза в сутки. То есть тоже видно бактерии, их здесь гораздо меньше, что ожидаемо. И также есть подвижные формы, то есть в поле зрения там 2-3 обычно проскакивают через вот этот вот раствор. Это микроскопия непосредственно капли, то есть под предметным стеклом просто. И это микроскопия из флакона с перекисью водорода. То есть здесь видно, ну, скажем так, структуры, похожие на бактерии, такие же продолговатые немножечко, но они, скажем так, совершают только колебательное движение. Это за счет броуновского движения. То есть неподвижные бактерии, либо мертвые, они вот так вот колышутся всегда, когда их смотришь. То есть каких-то вот подвижных форм, которые бы там пролетали, пересекая весь экран, независимо от движения тока воды, жидкости таких здесь нет. Это дополнение к предыдущему видео, напоминаю.